Еще недавно семейная жизнь Саши Кабаевой и Александра Липового казалась чуть ли не идеальной, но теперь выяснилось, что это далеко не так. Вчера Саша со скандалом покинула дом супруга, который обвинил ее родных в грязных сплетнях за своей спиной. А ведь все начиналось очень многообещающе. Супруги клялись друг другу в вечной любви, впоследствии Саша с нетерпением ждала мужа из тюрьмы, куда тот попал за мошенничество. В начале года Александра выпустили. Но жизнь на свободе оказалась для него не слишком сладкой. В последнее время его супруга то и дело жаловалась на финансовую несостоятельность избранника, а ему очень не нравилось то, что рядом с ними живет теща. Друзья, дорогие, родные, спасибо вам за поддержку, за то, что вы пишете. Ну, я уже не сдержался, просто хочу рассказать, как есть на самом деле, что не такие все пушистые. И моя совесть. Друзья, хочу вам сказать то, что сторисы снимает моя жена. Запретил я ей выехать, потому что она взяла без спросу документы, которые принадлежали мне. Там был мой паспорт, кое-какие мои документы. Поэтому я запретил выезжать. Маму я не оскорблял ее. Я клянусь вам своим сердцем, я ее не оскорбил ни разу. А про то, что ей давно пора домой, это, ну, очевидно, ясно. Потому что она оставила своего мужа на целый год, помогая, ну, Саше. Я ничего такого не сказал и никого не оскорбил. Я клянусь вам своим сердцем. И то, что слезы, это все манипуляции. Поэтому правду вы узнаете скоро все. У Кабаевой своя правда на этот счет. Она обвинила Липового в том, что тот не помогает ей с ребенком и не стремится искать способы заработка. Не думала, что он опустится до такого позора, со слезами на глазах призналась Саша. Он оскорблял мою маму, задевал мою сестру, отца. Говорил, что моя мать плохая, бросила больного мужа, мол, что вообще она здесь делает. Поначалу я молчала. Он понял, что я на это не ведусь, и стал провоцировать меня, снимая позорные сторис. Мы уехали, всем спасибо. Это такой позор для 45-летнего мужика, за которого я боролась. Он выставил виноватыми всех, кроме себя. Моя мама помогала мне, когда я была беременна, помогала мне с ребенком, ходила со мной в тюрьму. И Александр сам поначалу говорил, чтобы мама не уезжала, а папа приехал к нам.